Еще во время путешествия по Италии Дега был буквально одержим беспокойной красотой и трепетной нервностью воротистых скакунов, анатомической сложностью их поступи, а также пластикой жокеев и самой проблемой слитного движения животного и человека. В 19 веке конные состязания собирали толпы людей из самых разных слоев общества и были не менее популярны, чем театр или цирк. Как правило, живописец создавал несколько версий одной и той же композиции, а затем вносил небольшие изменения в каждую из них. Любопытно, что он никогда не писал лошадей, которые в какой-то момент отрывает от земли все четыре копыта, и вот тонконогие скакуны также редко вытянуты в стрелу. Дега не интересовался тем, что другие художники неоднократно изображали до него. В своих работах он показывал в основном либо завершенное движение, либо потенциальное. Прельщало мастера и нечто более сложное – группы наездников. В сценах, где лошади переплетались копытами, он находил их нетипичные движения. При этом ни одна композиция не кажется построенной случайным образом. Дега аккуратно распределял наездников на холсте, то выстраивая в четкую линию, то удаляя друг от друга, то смешивая в большую пеструю группу. В творческом наследии мастера около 45 работ маслом, 20 постелей, 250 карандашных рисунков и 17 скульптур, связанных с темой лошадей. По свидетельствам современников, чтобы лучше изучить анатомию, Дега даже установил мастерскую чучела этого животного. Кроме того, он довольно часто использовал фотографии, на которых были зафиксированы мимолетные движения, невидимые вооруженным глазом. Это улучшало понимание динамики. Литератор Поль Валери быстро уловил связь между двумя излюбленными темами живописца. Он сравнивал грациозных лошадей с элегантными танцовщицами. По его словам, кони на картинах Дега мчатся, словно на пуантах. Наибольший интерес представляют скаковые лошади, написанные пастелью по дереву. Такое сочетание в творчестве мастера встречается крайне редко, тем не менее, оно подчеркивает его любовь к экспериментам. Использование зернистой поверхности янтарного дерева позволило художнику получить более теплый оттенок земли на переднем плане и выровнять цвет неба и пейзажа на заднем плане, где изображена нормандская деревушка. В этом регионе, известном своими конными заводами, находилось имение Поля Вальпинсона, к которому Дега неоднократно приезжал погостить. Любопытно, что лошадь в центре композиции, скорее всего, скопирована мастером еще во время путешествия по Италии с фрески «Шествие волхов» 1459 года, созданной флорентийцем Бенуццо Гаццоли для палаццо Медичи Рикарди.
Элементы композиции на переднем плане представляют собой тесно связанную группу. Лошади переплетаются копытами, на всадника в зеленой куртке смотрят два его спутника. Царящая на переднем плане статичность оттеняется скачущей вдали лошадью, которая вносит в работу некоторый элемент беспокойства.